Итак, привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о команде рядом. Как же собаку научить ходить рядом без поводка? Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать простую вещь – создать зону комфорта возле своей ноги с левой стороны. Как создается эта зона комфорта, я уже неоднократно рассказывал. Ну, давайте сейчас продемонстрируем. Как же создать эту зону комфорта? В зависимости от предпочтений вашей собаки, нужно это делать либо в игровой форме, либо в зоовитальне, то есть под кормкой. Итак, игрушка, дай. Рядом иди. Рядом. Сидеть. Итак, ну вот посмотрите, на примере Акбара я вам покажу. Вот у него игрушка эта, да. Допустим, вы разыграли свою собаку игрушкой. И теперь несете игрушку рядом. Собака будет следовать возле вас. Нету ни ошейника, ни поводка, ничего абсолютно нету. Вот он поводок в виде игрушки. И мы идем с ним рядом. На. И он уже сам никуда от вас не отойдет, потому что интересующий предмет находится у меня в руках. То есть мы можем идти вот так вот. То есть первоначально рядом иди. Первоначально приучали вот так вот, вот ходить его. Это он сейчас готовится к броску просто. Сидеть. То есть смотрите, ситуация какая. Зона комфорта находится у собаки либо от того, что я буду поощрять ее подкормка, которая у меня будет находиться в этой руке. То есть вот так вот, вот ему давать, да, это положим на примере Рика, я потом вам покажу. Либо это игрушка, которой заинтересовано животное. Вот она находится рядышком, не впереди, не позади, а именно возле моей левой ноги. Вот она здесь, и собака рядом, иди. Собака будет идти рядом, потому что интересующий предмет ее находится здесь. На. Вот и все. Вся ваша задача — найти у собаки мотивацию. Если вы выберете правильную мотивацию, то вы можете варьировать этой мотивации именно в ту сторону, в которую вы захотите. Ну, естественно, в конце он получает свое поощрение. У Акбара поощрение, как вы помните. Вот такое. Потому что он апортировщик. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, как научить собаку ходить рядом без поводка. Заслужите доверие, заслужите уважение. И все у вас получится. Спасибо.